В Национальном музее республики прошел вечер памяти первого тувинского ученого-ботаника Элдыша Кангара. С приветственным словом выступила заместитель директора музея Лаида Мангуш. В своей речи она отметила, что труды ученого на сегодня очень ценны, как для научной, так и культурной сферы республики. Кандидат биологических наук Элдыш Кангар стал одним из первооткрывателей в области изучения флоры Тувы. Сегодня научные работы ученого переданы Республиканскому музею и пополнили коллекцию гербарного фонда. Мы хотим где-то немножко похвастаться тем, что имеем вот эти уникальные образцовые экземпляры. И проходит некоторое время, когда у нас вот эта система передачи музея гербарных образцов, как комплекс экспедиции, немножко прерывается, с чем мы хотим сегодня как образцовый процесс передачи фонда музея последующих сборов. Это, значит, позволило сегодня сделать семья Элдыша Тулюшевича и цвете тех же жены ему. Спасибо вам огромное.